к этому мячу. Но в итоге, судя по всему, он у него свалился просто с ноги и так пошел. В итоге никто там из своих подправить не мог. Зато кто-то подправил из Химчана. Еще один угловой заверка на другой фланг убежал. Удар 1-0! Это разрешено. Штрафной заявка будет бить. Ну, скорее, конечно, навешивать. Правша, да, идет на вес. Будет подавать. Пошла высокая подача. Крестовина! Нет, здесь головой, наверное, вряд ли получится. Выносится мяч далеко вперед. На Манзона. Манзон, скидка. Надеюсь, конечно, не в прямом смысле. Это, наверное, Манзон может. Хорошо сыграно на опережение, но Домонедов спокойно прессингует и ждет соперников там у себя на половине поля. Заброс. Блин, что так долго. Объявил, что все хорошо. Мол, играем дальше. Еще одна подача в штрафную. Ну, по-моему, много футболистов прибежало. 6 футболистов там в оранжевой форме. Подача на опережение. Лукичев спасает. И защитники выбивают. Да, вот. Как, мол, надо действовать. Но бьет не Павлов. Отбивает Лукичев. Классный удар там получился у Григоряна. Такой обводящий в дальний угол. И, в принципе, идет Солярис вперед. Хорошее здесь прокидывание по флангу. Навешивать можно. Есть этот навес. И здесь спокойно защитники Строгино. Чуть-чуть не хватило Строгино для того, чтобы обыграть Владимирская торпеда. Были моменты, но очередная атака Зенита. Прострел с фланга. Прерывает. Но быстро атаки, тем более уже даже по первому тайму мы знаем, насколько быстрый футболист из «Зенита». Подача в штрафную. Успевают там защитники вынести мяч. Назад пришлось отдавать, потому что впереди особых вариантов не было. Хороший отбор. Пытается «Зенитовцы» атаку провести, но пока все в центре поля. Вот такой заброс вперед. И знаете, 80 минут...